здесь шайба к Хартиканину. Отскакивает Тему. Один в один. Делает передачу на пята. Гранлон. Коледа. Хорошая пауза. Бросок поворотом и гол! 1-0. Павел Коледов. Ну и вот здесь. На замахе убирает Евгения Чесалина. Павел Коледов занимает более выгодную позицию. Бросает точно в дальний верхний угол ворот без каких-либо шансов для Антона Красоткина. Четвертое набранное очко в этом сезоне Павлом Коледовым. Вторая заброшенная шайба. Ну а Маркус Гранлунд отдает свою 20-ю результативную передачу. 35-е набранное очко.